Здравия желаю, уважаемые гости и подписчики. Сегодня я расскажу, как можно определить, какой надо промежуток времени, чтобы сматывало назад. Вот сейчас у меня лампочка на испытаниях, сотка. Видите, включилась, прошла сейчас назад. Вот смотрите. Берем амперметр и смотрим. Видите? 0,39, а сматывает на 0,3. 0,4, 0,3. Видите? То есть сейчас питания-то нет, а назад идет обратный ток. Вот он. 0,3. 0,4. 0,03, 0,04. То есть 3 сотых, 4 сотых. А вот так вот 0,38, 0,39. Видите? То есть питания нет, а обратный ток-то обратно выходит. Это не счетчик левый. А ток, вот он, остается ток. Вот он. 0,03. То по времени получается он дольше, а по мощности он меньше. Значит, мы как считаем? Вот 0,03 он у нас отматывает назад. Со скоростью 0, вот на эту лампочку, 0,3 ампера. А тут, значит, 0,37, 0,39. Сейчас еще раз. Вот, видите, 0,38. И вот мы подсчитываем, смотрите, какой нам сделать промежуток, чтобы счетчик не сматывал. У нас, значит, когда включен 0,38 ампера, то есть помножим на 235 вольт напряжение сейчас, 89,3 ватта. У нас берет, а назад у нас откатывает 0,03 помножим на 235. Напряжение у нас остается 7 ватт, у нас откатывает назад. Значит, мы что делаем? 89,3 разделим на 7,05. Получаем, видите, 13 примерно, 12,56. И вот мы ставим 13 секунд и 1 секунда. И получаем бесплатную энергию, но с замедленным темпом, видите, по такой схеме. Но бесплатно, вот она пошла. Еще раз. Вот сейчас она 0,3, видите, 0,3, 0,4. И поэтому она идет назад. Сейчас, видите. Это назад идет в сеть. То есть по 7 ватт идет в сеть. А по 89 берется, видите. 7 ватт идет назад в сеть примерно, а 89 берется из сети. Поэтому мы зазор делаем, но идет оно долго, пока не это, как говорится, нагрев не кончится. Поэтому мы берем зазор 1:13 и получаем, что у нас не сматывает, так и стоит оно уже. Вот сейчас уже занимаюсь. Вот дойдет до сюда и назад. Вот в чем дело. А то эти рептилоиды там, счетчик не такой, мозгов у них нету, а счетчик-то нормальный. Он все правильно считает. И прибор вот этот китайский показывает. Давайте еще раз, чтоб кто не понял. Вот смотрите. Вот 0,39, это он взял, секунду брал, 0,39. А потом 13 секунд он отдает по 0,0,
0,3, 13 секунд. Видите? Можем даже еще посчитать у нас, что получается. Смотрите. Вот у нас получается... Так. 0. Сейчас заново посчитаем. У нас получается, значит... 0,39 помножим на 235 вольт. Получается 91,65 ватта, да? Но разделим это все на 3600. Получим вот, видите, 0,25 ватта, да? Мы тратим. А назад у нас, видите как, 0,03 помножить на 235, получается 7,5. Разделим на 3600. Вот получается. И помножим на 13. Видите? Одно и то же. Видите, тут 0,25 и 45. 0,25 и 45. То есть сколько взяли, столько и вернули. Только возвращается медленнее, вот в чем дело. Если бы возвращалось так же быстро, то проблем бы не было. Поэтому надо, как говорится, аккумуляторы все-таки. Или брать большую мощность сразу. Ну, это я рассказывал, не буду об этом. Сейчас вот суть в чем. Ну, в общем, наверное, поняли, ребята. Кто не понял, пишите. Благодарю за внимание.